известный актер поддержал оскорбившего россиян Козловского. Актер Михаил Пореченков высказался в пользу артиста Данилы Козловского, назвавшего россиян злобными хамами. Он уверен, что интернет-подстрекатели спровоцировали гнев любимца публики. Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета – этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей. Потому что сами они глубоко бездарные люди. Я поддержу человека, который тратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или не получилась, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются. А всякие идиоты, которые, кроме как писать гадости в интернете, ничего другого не могут, пояснил свою позицию Пореченков. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!